Всем привет, и мы продолжаем игру Kick the Buddy. В начале видео, друзья, я тестирую американские горки. Посмотрим, насколько хороши окажется эта установка. Итак, Бадди разгоняется на огромной скорости, падает. И что же, друзья, и бедняга теряет сознание. Ну что же, это было здорово, это было прикольно. Вот несколько подписчиков попросили, чтобы я сегодня протестировал вкладочку «Американские предметы». Вот там была американская горка, и я начал с этого прикола. В начале видео, друзья, передаю привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, особый привет подписчику с ником Кузя Про, Фэлс Фаэс, Дэну Коротину и его собаке Грому, Эрасыл Сагимбеку, Джейсону Вюрхизу, Демьяну Башкиру, Мега Клэш Ютуберу, Крутому Боге, Арнур Бахиберды, Ксюше Федорец, Али Далатову, Максу 3009, Славе Счастному, Диане Абукаровой, Руслану Геймс 34, Максу Суслику. Друзья, большущий привет от нашего Бадди и от меня лично. Ну что же, друзья, кроме того, сегодня мы будем с вами играть с разными предметами и в разных костюмах от подписчиков. Итак, первым написал Дэн Коротин, попросил, чтобы я взял американский костюм, ну и вот протестировал американские вещи. Ну что же, друзья, давайте-ка попробуем вначале Бадди приодеть в этот забавный костюмчик. Итак, американский костюм. Посмотрю я, что можем мы подобрать. Вот, давайте-ка посмотрим, что же сюда может подойти. Ну, в принципе, друзья, я вижу футболку USA. Вот, возможно, такую. Вот есть футболка, но она за доллары, за бриллианты. Пока я не могу взять. Вот, вот американские кроссовки, по крайней мере, очень здорово на них похожи. Вот посмотрю, что есть. Есть бейсболка с изображением, вот там какой-то значок США. И, по-моему, друзья, был еще цилиндр с изображением США. Сейчас я посмотрю, есть. Вот, кстати, есть еще маска вот такого вот героя. Где-то там Бадди на заднем плане. Ну, как-то вот так, друзья, но мне кажется, она немножко не подходит. Ага, вот, друзья, есть еще вот такая шапка США, но это, мне кажется, тоже перебор. И есть вот такой цилиндр. Вот такой цилиндр, мне кажется, друзья, это будет здорово, вот только маску я пока уберу. Вот. Итак, вот таким вот получился Бадди. Не знаю, вот имел в виду такого Бадди подписчик, возможно, другого. Ну и давайте-ка, друзья, протестируем. Вот, идем дальше, друзья, вкладочку «Американские предметы», всевозможные там оружие, вкладочки, и посмотрим. Итак, первый, это у нас какой-то значок. Что это такое, друзья? Просто-просто забрасываем Бадди значками. Вот на заднем плане Пати Мастер. Друзья, вот забавная игра. В музыкальном стиле кто играл, тот знает. Вот. Итак, друзья, не знаю, в чем дело, что-то не понравилось нашему Бадди. Вот забрасываю. Ага, друзья, эта вкладочка на Пати Мастер не дала подключить вот эту игру. Ну, она нам не нужна. Итак, друзья, что я могу сказать? Значки мне не понравились. Вообще не понимаю, что они делают. Вот теоретически должны были наносить повреждения. А вот сейчас какие-то американские яйца. Вот. Ага, это шарики, друзья. Это шарики. Ну что же, вот давайте-ка я их... Вот, ага, вот так, здорово, друзья. Бадди летает, они лопаются и отбрасывают Бадди в разные стороны. Вот, давайте-ка, друзья, я попробую как-то их взрывать. Вот, возможно, благодаря этому Бадди будут наноситься повреждения. Ну, вот, друзья, кликом, если я нажимаю на шарики, они взрываются. Но, честно говоря, ожидал большего, тем не менее, как-то вот так. Ну что же, забавно, прикольно, но хотелось бы что-то интересное. Итак, друзья, прежде чем пойти дальше, давайте-ка я возьму следующую вот просьбу от подписчиков. И Джейсон Вирхус попросил, чтобы я взял хоккейную маску, фон театр и передал привет. Ну, привет я передал. Вот еще просил за вкладочку «Огнестрельное оружие». Извини, дружище, вот большинство подписчиков просили за американские вещи. Если останется время, можно будет еще протестировать огнестрел. Ну а пока, друзья, беру хоккейную маску и фон театр. Давайте-ка переоденем Бадди. Вот, кстати, друзья, пишите ваши отзывы, комментарии, какой костюмчик понравился, и можете предлагать свой костюмчик. Вот, наверное, друзья, американские вещи я сейчас уберу. Вот, оставим все как есть. Вот, оденем только футбольную маску.
Ну и футболку я тоже, наверное, уберу. Вот. Вот, остался Бадди вот в своем естественном подобии, и сейчас попытаемся найти хоккейную маску. Вот, наверное, вот эта маска. Вот, больше ничего такого, мне кажется, здесь нету. По-моему, это единственная хоккейная. Вот есть куча жутких масок, но это все не то. Ну что же, Бадди найден. Вот такой вот он забавный. Кроме того, попросил подписчик, чтобы фон театр был. Вот давайте-ка посмотрим, как это выглядит. Ну, мне кажется, немножко хоккейный фон не сочетается с театром, но выглядит необычно. Вот, кроме того, друзья, конечно же, возвращаемся в вкладочку с американскими предметами и посмотрим, что здесь дальше. Итак, какой-то американский флаг. Что это делает? Друзья, непонятно. Наверное, я думаю, этим флагом можно пинать Бадди вот так, как палкой, но выглядит забавно. Вот так. Итак, продолжаем пинать Бадди. Вот, наносить повреждения. Ну что же, выглядит забавно и прикольно. Мне кажется, друзья, вот после этой вкладочки можно все же несколько предметов из огнестрела попробовать по просьбе Джейсона Вирхуза. Ну что же, с этим, друзья, я понятно. Давайте-ка попробую, друзья, еще какое-то оружие. Еще есть у нас барабаны. Вот, что за жизнь без барабана? Итак... Ага, друзья, целая куча барабанов. Итак, давайте-ка брошу Бадди. Вот, надеялся, больше будет барабанов. Нет, 4 барабана, это ограничено количество. Вот, есть, друзья, слабый звук. Вот, послушайте. Вот, не знаю, давайте-ка я, наверное, добавлю звука. Вот, попробую нанести побольше повреждений. Ну, есть. Здесь звук от барабанов, но слабенький, друзья. Вот, ну, как-то вот так. Ну, что я скажу, друзья. Ожидал я лучшего, но пока как-то так. Итак, следующий костюмчик у нас от RSL Сагимбек. Попросила RSL, чтобы я одел костюм мумии. Ну что же, с удовольствием иду навстречу. Давайте-ка наденем костюмчик мумии и посмотрим, что из этого получится. Итак, вот маску я уберу, друзья, конечно же. Вот, и просто оденем костюмчик мумии, посмотрим, насколько он хорош. Вот. Отлично, маска убрана, а вот теперь давайте-ка посмотрим костюмчик мумии. Кстати, друзья, с костюмчиком мумии я еще ничего не делал. И давайте-ка, друзья, я вернусь назад в обычный фон. Вот. Ну что же, смотрите, как забавно, прикольно выглядит эта мумия, очень необычно. И мы тестируем дальше вот американские предметы. Вот, давайте-ка посмотрим, что там у нас дальше. Итак, после барабана идут какие-то звездочки. Вот, что это за звездочки? Итак, ага, друзья, это как сюрикены, вот такие вот прикольные звездочки, и мы забрасываем мумию вот этими сюрикенами. Ну что я скажу, друзья, выглядит здорово. И, кстати, друзья, вот этот костюмчик мумии очень здорово мне понравился. Вот пишите отзывы в комментариях, понравился ли вам этот костюмчик. Как по мне, очень прикольный. Ну что же, замечательно, друзья. Итак, берем следующую игрушку. Вот следующая игрушка. И, по-моему, это какие-то бенгальские огни. Да, друзья, это бенгальские огни. Вот всего один огонь. Вот, причем, друзья, этим бенгальским огнем я могу пинать эту мумию. О, ничего себе! Очень быстро почему-то у мумии закончилась жизнь. Вот, кстати, а если я ее положу на Бадди, вот будет она его поджигать или нет? Но выглядит, друзья, здорово. Выглядит здорово, очень прикольно сделали разработчики. Вот так, здорово. Ну что же, вот этот предмет мне понравился. Вот просто молодцы. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, какое еще есть оружие. Дальше у нас петарды. Вот, опять же, куча петард. Вот, попробую я зажечь их. Ага, вот, да. Вот, хотел я Бадди подложить под петарды. Давайте-ка еще раз попробуем. Вот, насколько они разрушительны, будут ли отбрасывать Бадди. Итак, да, друзья, вот они наносят мощный взрыв и отбрасывают Бадди. Итак, обновляем Бадди, друзья, и идем дальше. Следующая подписчица это Людмила Федорец, попросила, чтобы я надел классный деловой костюм. Ну что же, друзья, давайте-ка попробуем, потестируем еще какую-то одежду. Вот, в принципе, деловой костюм я уже надевал.
Тем не менее, с удовольствием иду подписчикам навстречу, и давайте-ка посмотрим, как он будет смотреться, ну и в какой обстановке. Пока, друзья, я оставлю вот эту же обстановку. Вот так здорово выглядит деловой костюм. Вот такой-то рыжеватый стал у нас Бадди. Вот прикольный, забавный. Ну и я беру, друзья, следующий предмет вот с вкладочки, связанной с Америкой. Итак, друзья, вот какая-то у нас здесь есть... По-моему, это базука, либо какая-то ракетная установка. Итак, что же делается? Вот, друзья, просто стреляют нашего делового человека вот такими какими-то бегальскими, больше, друзья, похоже на выстрел ракетами из петард. Вот слишком уже громко было. Давайте-ка я немножко уберу звук. По-моему, друзья, это была какая-то вот ракетная установка для запуска фейерверков. Вот, давайте-ка, друзья, еще я протестирую. В принципе, оружие мне понравилось. Вот так здорово наносит повреждения. Вот, не знаю, слышно ли звук, но мне казалось, что, друзья, слишком громко, что вы не услышите мой голос. Ну что же, оружие мне понравилось, друзья. Давайте-ка посмотрим очередную вкладку. И это какая-то кукла. Вот. Отлично. Обновляем Бадди, и давайте-ка, друзья, я возьму эту куклу, посмотрим, что из этого получится. Итак, Бадди, ого, и что же происходит, друзья? Вот, что мы можем делать этой куклой? Ага, кукла пинает Бадди, о, ничего себе, друзья, сколько наносит ему повреждения. Ну, вот мне кажется, это все, что мы можем делать этой куклой. Да, вот, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, возможно, здесь есть какой-то прикол, возможно, что-то надеть или нажать в этой кукле, что-то, может, возможно, по-другому бы сработало. Но пока, друзья, я только вижу, что мы можем вот Бадди пинать этой куклой. Вот, кстати, давайте-ка я попробую, нельзя ли руководить этой куклой, что-то нажимать. Нет, друзья, только вот могу пинать Бадди этой куклой. Но выглядит, друзья, прикольно. Выглядит куколка прикольно. Вот такая вот забавная куколка. Ну что же, замечательно, друзья, обновляем это оружие. И я беру следующую просьбу от подписчика. Выполняю следующее пожелание. И это у нас Аня Пряникова. Вот попросила она костюм мумии. Вот опять же я ее пробовал, но я думаю, ничего страшного, если мы еще раз вот оденем костюм мумии от подписчицы. Итак, друзья, давайте-ка попробуем. Вот, да, друзья, опять же нужен ваш совет. Возможно, вот такие вот подсказки, как вот объединять мумии, возможно, объединить в одну. Вот назвать просто несколько фамилий и вот как-то вот так сделать. Итак, где же наша мумия? Вот она. Отлично, и я беру дальше, друзья. Кстати, друзья, еще за костюм мумии проголосовал Виктор 15. Поэтому, друзья, вот Аня Пряникова и Виктора 15 я выполню вот просьбу вот этих двоих подписчиков вот за один присест. Ну что же, берем следующую, опять же, вкладочку «Американские флаги», и мы с вами остановились уже после игрушки, будет у нас какая-то бейсбольная бита. Посмотрим, сможет ли... Ага! Итак, вот этой битой мы начинаем пинать эту прикольную мумию. Вот причем как вот раскрашена в американских цветах. Ну вот, выглядит прикольно. Вот, пробую пинать Бадди. Итак, что же из этого получится? Достается Бадди. Вот, наношу повреждения. Вот, слабовато, честно говоря. Рассчитывал на более. Все-таки бейсбольная бита более серьезное оружие. Но по-другому как-то не получается. Ну что же, следующий предмет. Итак, следующий предмет, друзья. И это какие-то вот самолеты реактивные. Итак, что это такое, друзья? Ого! Ага, это летят самолеты и за ними разноцветный шлейф. Кстати, вот я надеялся, друзья, что они будут наносить повреждения Бадди. Нет, это, скорее всего, просто декоративный фон. Вот так, видите, даже ничего не касается Бадди, никаких повреждений нету. Ну что же, замечательно, друзья. Вот обновляем эту страничку, и я беру следующую подсказку от подписчика. Итак, Lenovo, подписчик с вот таким ником попросил, чтобы я взял костюм зомбаря.
Бади. Вот, кроме того, за зомби Бади проголосовал Максим Билан. Вот, и Супер Джокер. То есть трое подписчика попросили за Бади. Ну что же, друзья, давайте-ка я возьму сейчас костюмчик зомби. И посмотрим, что из этого получится. Итак, костюмчик зомби находится в самом конце. Вот. Три голоса, это, конечно же, серьезно, поэтому, друзья, я думаю, несколько игрушек надо потестировать по-любому в этом костюмчике. Итак, вот так здорово, жутковато выглядит Бади, и мы, опять же, идем вот вкладочку с американскими вот предметами. Кстати, мне кажется, очень много фильмов про зомби связано с Америкой, поэтому, мне кажется, очень даже неплохо подходит. Итак, вот такой вот предмет, что, ага, друзья, это... Вот давайте-ка я разверну эту ракету. Вот так как-то. Ага, друзья, я прицепил ноги Бади и теперь нажимаю кнопку. Итак, запуск ракеты почему-то слабенько получилось. Возможно, как-то вот так. А ну-ка, друзья. И да, друзья, смотрите, как прикольно. Вот, а ну-ка, друзья, я попробую как-то вверх прицепить. Итак, запускаем ракету. Взрыв. Нельзя ли пропустить? Вот, да, вот, смотрите, друзья, как прикольно. Как прикольно и... Эх, в потолок, друзья. Ограничено количество. Итак, смотрите, как прикольно. Удается нашему... Ага, ничего себе. Вот, смотрите, как получило вот, набросать на нашего Бади ракеты. И мы запускаем. Вот, посмотрим. Ого, ничего себе. Я просто в шоке. Вы увидели... Какой прикол, какая прикольная фишка. Давайте-ка, друзья, обновим, и я еще не могу поверить. Вот так прикольно можно сделать Бади, вот нацепить на него кучу ракет, и потом просто это все дело запустить. Вот, а ну-ка, друзья, давайте-ка и еще раз. И в разные стороны летят ракеты и разрывают Бади на части. Ну что же, это был прикол, это было круто, это, друзья, мне понравилось. Итак, следующая игрушка, это у нас, не знаю, что это, друзья, но выглядит прикольно. Не совсем я понял, что это было, неужели это вот как с ангелом восстанавливающий еще что-то. Итак, давайте-ка посмотрим. Да, друзья, видите, сейчас это не работает, эта вкладочка. Вот, она только исцеляет, когда, я так понимаю, когда Бади погибнет. А ну-ка, друзья, давайте-ка попробуем, потестируем зомби Бади на американской горке. Вот, посмотрим, как он проедет. Вот, да, друзья, вот пишите, как вам эта игра и вообще какой из предметов в американских вот вам больше понравилось. Итак, друзья, набираем побольше скорости, пытаемся по максимуму врезаться в стену, и чтобы Бади потерял сознание. Итак, удар, но Бади выживает. Ну, возможно, друзья, еще надо раз проехать, вот, чтобы вот по максимуму набрать скорости. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, Бади, давай-ка вырубайся и опять в сознание. Ну, тогда, друзья, у меня выхода нету. Давайте-ка еще вот его вот этими ракетами утыкаем и запустим. Вот, вот теперь он теряет сознание, вы видите. Итак, друзья, еще раз вот эта ленточка, которая воскрешает. Итак, видите, Бади без сознания. Вот, идут какие-то шарики, это как с ангелами, и они воскрешают Бади. Ну что же, это было прикольно, забавно, интересно, друзья, но еще не все просьбы подписчиков я выполним. Вот, итак, еще вот попросил Денис Счастнев, чтобы я взял следующий Бади в зомби. Ну, в принципе, друзья, уже в зомби было, поэтому я думаю, что не будет проблем. Ага, вот попросил он, чтобы я взял зомби в комнату с открывающимися, где за Бади следят. Это лечебница, либо психушка, вот кто из подписчиков как писал. Давайте-ка я возьму вот Бади в эту комнату и посмотрим, что из этого получится. Ну что же, друзья, я думаю, есть смысл попробовать что-то из огнестрела. Вот опять же один из подписчиков просил, и давайте-ка, друзья, я возьму какую-то последнюю вкладку, самое крутое оружие. Итак, вот есть какая-то у нас самонастраивающаяся пушка.
Ого, друзья, как наносит удар. Давайте я вот, добавлю звука. Итак, самонаводящийся пулемет с лазерным прицелом. Вот, Бадди уходит в разные стороны, а он продолжает стрелять. Вот видите. Ну что же, было здорово. Отлично, друзья. Вот с этим мы разобрались. Давайте-ка я посмотрю, что еще кто из подписчиков писал. Итак, Диана Абукарова попросила, чтобы я еще взял костюм в склеп. Ну что же, друзья, давайте-ка возьмем костюм в склеп и посмотрим, что из этого получится. Итак, давайте-ка обновим пока оружие. Вот вернемся вот вкладочки с всяким, всякой одеждой и оденем на Бадди костюмчик склет от Дианы Абукаровой. Ого, даже Бадди вот на заднем плане поет. Вот, итак, нам нужен костюмчик склет. Вот так жутко он выглядит, друзья. Вот я думаю, давайте-ка еще вернемся в комнату, обычную коробку. Хотя в лечебнице это выглядело лучше. Да, друзья, пусть остается лечебница. И потестируем еще вот одно из огнестрелов. Вот что-то из последнего. Так, есть вот такая вот, друзья, пушка. Вот давайте-ка посмотрим. Вот выезжает огромная пушка. Вот, кстати, как она нацеливается. Вот, ага, вот, друзья. Вот. Вот, давайте-ка, друзья. Что-то было, появилось и уже пропало. Ага, вот, друзья. Вот такой вот, вот, когда нажимаем на пушку, друзья, начинает стрелять, но как-то очень медленно. Вот. Ну что же. И, по-моему, стволы уже перегрелись, друзья. А, нет, вот достаются Бадди. Ну что же, это оружие и склетик мы перепротестировали. И я беру вот последний костюмчик от наших подписчиков. Подписчик с ником SuperJoker2 попросил, чтобы я взял Бадди Дракулу. Ну что же, друзья, давайте-ка возьмем этот последний костюмчик. Вот и посмотрим, что из этого получится. Итак, Дракула. Вот, несколько миссий назад попадало у меня, что вот Бадди был Дракула, и нужно было разбивать потолок, и его сжигал солнечный свет. Вот, мне этот прикол тоже очень здорово понравился. Ну, а сейчас давайте-ка мы Дракулу вот попробуем вот что-то сделать с ним при помощи огнестрелом в этой лечебнице. И для этого я возьму пиратскую пушку. Итак, вот вызываем пиратскую пушку. Бадди в конец. Вот давайте-ка, друзья, я как-то вот так. И где же ядро? А, друзья, надо удерживать пальцами. Вот, ого, друзья, и с первого выстрела вот беднягу вот этого вампира удалось убить. Ого, ничего себе. Ну что же, это было прикольно, забавно. Друзья, давайте-ка еще посмотрим, как это будет выглядеть вот просто в обычном декоре, в обычной коробке. Так, где же моя пушка? Вот, отсылаем вампира в конец и пытаемся вот так здорово. Вот, прямая наводка, прямое попадание, выстрел в голову. Ну что же, ядра очень круто разрываются. Смотрите, как прикольно. Вот, стреляем вампира, наносим ему кучу повреждений, но он выживает. Он выживает, но тем не менее нам удалось справиться. Ну что же, друзья, на этом сегодня я уже с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментарии, какая из комнат вам больше понравилась. Вот с какой снимать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Итак, есть обычная коробка, железная, лечебница. Вот есть порванная коробка. Есть радужная коробка. Есть вот пряничная коробка. Вот есть театр, ну вы сегодня видели. Кроме того, друзья, есть куча всевозможной одежды для нашего Бадди. Вот куча разных футболочек, куча кроссовочек, куча бейсболок, вот шляпы, маски, всевозможные головные приборы, даже вот балаклавы, шлемы, разные очки, вот ушки, ну... Коллекция молодцы, очень много разных масок вот добавили разработчики. Кроме того, отдельные костюмчики Санта-Клауса, привидения, мумии, склета,
вампира, зомби и еще вот деловой какой-то костюм. Ну и, конечно же, друзья, пишите в отзывах, комментариях, какое оружие протестировать в следующем видео. У нас есть в наличии огнестрельное оружие, холодные, бомбы, взрывчатки, всевозможные предметы, вот музыкальные, еда, химические вещества, кухонные, вот, кухонные аппараты, вот, ядовитые бактериологическое оружие, механика, звери-животные, вот, божественная сила, вот, еще разные растения, Китай, кроме того, вот, всевозможные инструменты, нано-оружие, что-то связанное с спортом, вот, с Хэллоуином, с офисом американскими, вот, вы сегодня видели, еще связанные с играми и вот отдельная вкладочка –